у каждого государства есть основные символы, которые как бы его характеризуют. Это, во-первых, флаг, во-вторых, герб, ну а в-третьих, звучащий символ, который мы называем гимн. Действительно, гимн – это звучащий символ единства государства. Любого государства, какое бы мы ни взяли в этом мире. Итак, что гимн дает нации, государству? А быть может, главное то, что нация и государство дает гимну? Ведь бывало так в истории, что создавался гимн, но он не приживался и переставал существовать. Гимн будет жить тогда, когда в нем совпадут стремления всей нации, олицетворяющей собой государство, стремления всех народов и народностей, которые населяют это государство, а также совпадут с ними стремления и чаяния каждого отдельного человека, гражданина. Вот тогда это будет настоящий гимн, за которым будущее. В его основу могла бы лечь мелодия Михаила Ивановича Глинки, хорошо известная и связывающая с собой времена и исторические эпохи.